Турции россиянам перестали давать ВНЖ, об этом сообщают СМИ. Начиная с 26 декабря, россияне, которые решили пройти процедуру получения вида на жительство в Турции, столкнулись с отменой визитов к чиновникам или непосредственно получают отказ в выдаче документов. Сначала, с 26 декабря, внезапно ужесточили правила, потребовали предоставлять для заявки на ВНЖ подтверждение удаленной работы, причем люди узнали об этом уже задним числом. Потом стала появляться информация об отказах в ВНЖ, а сегодня мне отменили рандеву, на котором должен был подавать документы, рассказывает россиянин из Фетхи. Другой россиянин, снявший квартиру в Измире на год, говорит, что ему с женой отказали в выдаче ВНЖ с формулировкой «неясность намерений пребывания в стране». На отказы в получении ВНЖ начали жаловаться граждане Украины, но им разрешено находиться в стране без оформления документов до завершения военных действий. Источник СМИ в турецкой дипломатической миссии в Москве рассказывает, что отказы связаны с изменением требований к заявителям и списку предоставляемых документов. По его мнению, ясность должна наступить в ближайшие дни. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.